Фейзеров не Сионом, хотя играю Ноксус, заебись. Эх. Ну это сложно, типа переиграть ассасинов, я что-то пробовал, думал, но у меня не получилось, а если бы я на юниты поставил назад, я бы топ-2 занял, заебись. Так, только не Пилтовер, прошу вас. Все, Интерект, ты заказывал? Вот я сейчас призматик возьму. Нет, вот сюда идем, вот сюда. Куда? Вот сюда, зал, заебись. Трек попросил призматик. Ну, это чтоб специально, чтоб меня разъебать. Ёбаный, блядь, призматик. Я вот сейчас беру и выигрывает зал. Не, он говорит, какое-то яичко призматическое. Я не понимаю, про какое-то про какую яичко. Ну, есть Олганом яичко призматическое. Ебать. Мы все пососали. Чел хороший. А чё там? Чё это такое, вообще не помню. Чай каждый раз. Что? О, господи. Да, это хуже, чем призматик, Димон, я тебе так скажу. Да не. Я вчера, сегодня утром, под утро, считай уже, посмотрел катку Сетсука, он там 3 эпиков Т3 собрал, кстати. Я колдунов, наверное, сейчас играть буду. Может, я рогов поиграю? Оу, ну? Мне сразу выпали колдуны, блядь, вообще, охуенно. У меня 4 стартовых юнита на колдунов, блять, есть. Играй колдунами. Я бы попробовал сыграть роук тогда. Охуеть. Будет. В этой игре их не будет. Так. Я не помню. А почему там Джинкс играется? Из-за чего? Из-за того, что на заун, да? Для эко. Плюс Т3. Да. И... Найс, блять, просто колдун билд. Лютый колдун. Наколдовал, блять. Жестко. Жестко наколдовал. Тем более у меня заход не такой уж и плохой, типа юнит. Дарвин сразу умирал после ульты, а Морда он без стратегов тоже умирает быстро. Я у него, наверное, был урон. Так у меня же были закрытые стратегии. У меня же Азир стоял. Блять. Точно не это. Корона чародея. Нету, не выпало. Вот, есть вытягивание жизни. Эти с предметами тут. Одинаковых персонажей попробовать поиграть, может? Или чародеев поиграть? Одинаковые персонажи — это неплохо. Давай одинаковых персонажей поиграем. Я могу сказать. Такой должен играть Тишена. О, душегуб пришла Киана. Хорошо. О, рогов можно одинаковых играть, это вообще по кайфу будет. О! Ну бей хоть одного. Найс. Да, у меня кошка в собаку превратилась, я кидаю игрушку, она мне несет. Фига, прикольно. Ты можешь этот играть, как он называется, скажи. Роги, талия, любой рерол этого, как сказать, душегубы заебись, можно играть, квинари, типа. Не, я хочу рогов играть. Ну, роги самые такие, самая простая нормальная тема. Тем более я не вижу конкуренции, вот это по кайфу. Боюсь, что у меня 2, блядь, миллион нахуй, 6 штук. У чела Мордекайзер. На 3-м уровне. Тем более, если я Т3 апаю рога, я еще Т2 копию получаю. Вообще заебись. Кто у него, блядь, Мордекайзер? Есть информация? Идеально был. Как же охуенно, как пиздато. А куда ты Т2 апнулась? КС1.
и чил. Ну блин. И чил. Wait a minute. Его не можно, не надо. Так сильнее будет такое ощущение, что вот так. Нахуй мне только два меча. Мне ж вообще один меч нужен, второй не нужен. Блин, я из-за того, что Кассиопея Т2 апнулся, я проиграю сейчас Винстрик. Троллю его. А можно мне проебать, пожалуй? No way. No way. No fucking way. Какого хуя? Ребята, какого хуя? Ой, эко, это я заберу. Ой. Посох есть. Ой. Капля. Нужна ли мне капля? Нужна. Ой. Блять, что за хуйня? Почему посох спит здесь сразу? Посох это сейчас. Перчатку я не взял. Я сейчас просто фронтлайн айки взял зачем-то, хотя мне нужно. Не, это мне. О, это уважаемо. Бля, мне кажется, я этого милю не ап. Почему я выиграю? Хотя, может, ап. Может, не ап. 4 кола. Это надо. Это не надо. Но я играю. Зачем это? Мне залуп. Но я пизд... получаю. О, точно, у меня же ауга, я забыл, блять. Нормально я играю. Хороший игрок, качественный. Забыл, что у меня за ауга. Что за ауга у тебя? Этот, два предмета, третий крафтится. Ну, точнее, два предмета и третий тебе дают. Понял, да, понял. Доставка. Да, доставка. У тебя сколько денег, дед? Ноль. Понимаю. Блюп! А у меня юниты апаются. И те пельзонажики, ё-моё. Ё-моё. Где мой Т3 Грейвс уже должен быть? Т3 Грейвс. Грейвс. Что я сказал? Что я посмел сказать? Т3 так, Грейвс. Мне нужен посох, мне нужен меч. Я буду жесткий. Ну ты давай, работай. У меня два меча. Но я жестко отыгрываю от своей ауги, чел. У меня два меча, забирай. Ля, буду. Забирай нахуй. Где? Оля-ля-ля-ля, мне одного достаточно. Забирай. Бля, он не подбирается. Да, нет. Что там все прыгает, блядь? Что это? О, а меня челик разъебал. О, а я вот это проиграл. Так, надо... А, я могу же зауна поставить. У меня 4 головореза пропали. Да. Мне ауга надо на этих. Мравль, так, сюда Тарик, Татарик. Где долбанный... Как его звали? Апы. Так, я же не проебу. Правильно? Why I don't have up my unit? You don't have up your units. Why? Why? Why I don't have up units? What the fuck, man? Because you suck dicks. Oh yeah, my bro. Big cocks, you sucks. Не, ну это уже какой-то хуевай. О, Димон! Я просил, помнишь? Меч и посох. Мне выпал меч и посох. Да пососи, блядь. Меч и посох ему выпал. У меня выпала одна капля вонючая, блядь. Я на колдунах играю, сука. Йо, как же ты пососал. Даже не представляю. Ну что это за предмет?
Ты что мне играть, блядь? Не что умею. Это я, блядь, блядь? Мне нужно два посоха, вот, два посоха мне надо. Вот, вот, вот. Два посоха, вот. Я поставлю карму. Что у него за предметы? Яс. У меня фронтлайн это Милео. Нормально? По кайфу что-то. Милео нахуй, фронтлайн. Че ты, блин, ночь? Нормальный чел, жесткий чел. Ну, давай, давай сейчас пиздюлей мне надавай. А, Катарина, ты нахуй. Все, теперь ай, я буду жестко сидеть в пятом и ждать, пока у меня апнется Т3 Грейвс, Т3 Киан. Хотя у меня вообще захода нету на них. Ой. Ой, какой мем, чел. Какой мем. Такой мемный. Тридцать монет, пятый уровень. Димон, еще и аугментация на рогу выпадает. Ты рофлишь, чел. Все, как я просил. Спасибо, игра. Спасибо. Спасибо. Ой, еще и Т2 Киан. Ой, бесплатник. Игра, спасибо. Типа игра. Спасибо. Надо единички выкупать. Да, единички. Бля, драгоценный лотус брать или не брать? Ой, кайф, нахуй. Тем более, лучше ты кто? У меня есть друзья на расстоянии. Так ты же колдун, возьми драгоценный. Ладно. Пососи. Забайтим, да, нахуй. Да не, охуенная же тема, что-то. Охуенная тема, чтоб пососать. Какая охуенная тема? У меня, блядь, 19 монет. 16 монет в шестую уровень. Он там Самир уже Т2, блядь. Учил Мордекайзер, блядь, в пятом уровне. Этот. Два Мордекайзера в пятом уровне. Ему нормально, блядь. Он чувствует, понимаешь? Он чувствует, а ты не чувствуешь. В этом вся твоя трабл. Чел. Блядь, да моя трабл в том, что не могу нахуй. Где ты три грейвс? Где? Where is my 3-star graves and I'm going 6th level? Oh my god. That's what? Oh no. 1 million. Oh no. It's not good, bro. Я не могу, я что, Сёдзин буду ковать, реально? Сёдзин на карму? Нет, я не буду это делать. Хуйню эти заниматься, блядь. Я не буду ковать Сёдзин на карму, блядь. Ты три Самира, Мордекай... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут винстриком уже не пахнет. Ебать, меня разъебал чел просто. А, Эко, может, ты вступишь в контакт, в бой, как сказать? Нифига, я чела с Т3 Самирой и Мордекайзером выиграл. Обалдеть! Игра, все нормально? Так, что я хочу? Хочу. А что? Пел Мордекайзер сегодня, чекай. А, ну хорошо. Это даже хорошо, блядь. Это что, брать? Я могу сделать хэкстэк. А-а-а! Да? Это? Ладно, давай. О, Т3 Грейв сюда. Куда? Теперь мне нужны юниты за 2 монеты. Level. Оу. А, это из-за Грейвза? Обалдеть, Грейвз. А, чемпион. Так, теперь за 2 монетки. Ника, у меня была. И одна монетка стоишь. Нормально. Живем. Хилимся. Сокрушимый получше, конечно, ставишь. Сейчас играться у меня. Вы
Я даже кого-то выиграл. Чё за хуйню? Это чё за хуйня? Жалко, я так, не начал записывать. Прикольная катка получается. Опа. Так, это ты шталь. Ой, чё предмет могу тебе? Бро. О! Бро. Бро. Так. Ох, ебать, тут громила, кайса, два айтема, пон. Ты лютый пон? Я лютый пон. Как обычно, блядь. Так, подожди, там еще и Фиора, блядь. Ха-ха, моего юнита просто убили, нахуй. Блять, ну вот был. Ну у меня был бы юнит Т2, я бы сейчас не 13 хп потерял, а 0 бы, блять, потерял. Я бы выиграл. Вот сейчас он Т2, вот. Вот теперь правильно все. А до этого было. Хуйня какая-то. 44 монетки. Витязь 50. Налутать, как гнида. И четвертую стадию. Че будет? А, дед 90 хп сидит. Пошел нахуй, блядь. А че сразу посильно? Посильно. Найди. Дом где нахуй. А где нахуй? Блять. Старый, бля, абузер. Самое прикольное, что все происходит так, как для того. Здорово, блять. Это здорово. Угу. Так, доспех есть. Перчатка есть. Меч минок. Так, мне нужен несокрушимый. Один. Да, все. Сидим так. Моя комбинация рейди. У меня все плохо пока что, я не понимаю, что делать. Да. Ух, ебать, тут чё, гад, Т3 с двумя Radiant айтемами. Ха-ха. Хеллоу, блядь. Я только что подумал, что я сильный. Ну как же, блядь, я ошибался. Пришел чел в шестом на фулл хп. И просто разъебал меня нахуй. Ебать. Блять, ну это пиздец. У него чука Т3, блять. Айтемы на него. Зеркало и кольчуга дельца. И вообще все, заебись у него. Искупление, Таргон. 4 Таргона. 6. О, это я возьму. Это я люблю. О, и что мне делать? Бля, это слабо. Седьмой выйти? У седьмой сейчас. Надо выйти. Я понял. Я нашел для себя прикол. Я сейчас запутаюсь в этих роллах. Это ты, да. Это ты правильно говоришь. Что сильнее, Райс? Т1 или Т3 миллио, как ты думаешь, блядь? 3 миллио стан дают. А Т1 Райс что делает? Всё прочитаю чего? У него постоянно по-разному. А, сейчас что у него то? Я случайно юнита проебал. Это 3 миллио... А хуйня, чё? Да ничего, блядь. У меня 18 хп, что, блядь? До него только дошло. О май гадж. Вы ебанулись, блядь? А, я Киану пропустил! Чё, я не роняю? Чё? Пропустил Киану. Чел, you know, что я пропустил? Чё там? Поебать. Чё там, Тима? Балдуешь, блядь? Блядь, ну я же не проебу сейчас. Ну, пожалуйста, не на 18, нахуй.
Оу, ну, не ты... на 18. Т3, чё, гад, Т3, мать Захар, Т3, Вилкос. Вот так, кому завезло, так завезло. Все ебало в Т3, вам пох. А я сейчас, возможно, тоже сейчас ебало все в Т3 у меня. Да хватит меня нахуй станить! Козёл ёбаный. Ой, что, минус. Она не кастанула? Я выбил? Я. Я выиграл? Что? Как я выиграл фулл Т3 100? Что? Так, мне нужен посох. Чё, блядь? Как я выиграл фулл Т3 100? Я за тобой наблюдал просто. Ну почему я не могу... Ну почему я не могу поменять юнитов, блядь, местами? Ебаный Т3 милю, ебаная ауга говна на... Вот эти тут... Блядь, как можно выбрать шурим? Каким надо быть ебанатом? Нет, только не это, чел, зачем ты? Ну дайте мне поменять, прошу вас, блядь. Ну дайте хотя бы поменять. 6 хп, пиздец. У меня меч сейчас такой нужен. Поэтому. Блядь, я не смог. Понял. Идите нахуй, блядь. Нико. Иди нахуй, милю. Пиздец. Давай. Найс. Успел? Успел. Блять, у меня есть шанс. Ну хватит меня стадить-то всем, блять. Отъебитесь. Есть шанс. Отъебитесь. Бля, мне придется весь стрим качать, чтобы вот это обрезать. О, мой. Что обрезать? Так я не включил запись стрима, тут катка такая классная у меня получается. Хотел на YouTube залить. Здорово, змей, как дела? Тарик, нахуй мне Тарик. Как же мне насрала эта хуйня. У меня как, а как мне копии своих юнитов доставить? Место, no. Вкусно. 2 оф карма, 1 оф этот хуй. Ко мне приходит чугат и просто пиздит меня, да? О, мне, у меня заролил сайтом хороший. Жаль, он мне, блядь, не поможет. У чела Т3 эти, это говно. Да? Не поможет же? Нет, там у него еще вся армия живая. Что? Что? Давай, карма. На хруш. Ай, нахуй эти милю, ебаный, блядь, ублюдок. Ну карма мне нужна, ну лук это здесь, блядь. Как мне карма, выйти, две как штуки. Ну у меня 2 меча выпало, но это просто невыносимая хуйня, блядь. 2 меча, ебать, спасибо, ребят. 2 меча на колдунах. Так, я, кстати, не топ-8. Есть еще шанс, на самом деле. Если я 3 карму найду, если я предметы дам. Нику там. А я юнитов не могу выставить, потому что у меня капля. Перчатка. Что это такое? Ходж. На ходж, блядь. Что я могу с мечом сделать? Нихуя. Еще один ходж. Нет, дабл перча. О, я чела выбил.
чела не выбил, но... Мне в 8... Бля, я не могу юнит вставить, ё-моё. Надо деньги копить. Надо копить деньги. Карма. Оху, давай. Ну, я свою сборку собрал. Так, этот... Уже. Идем, чилим. Чел в 9 против меня играет. Я оставился хорошо от него. Но, к сожалению, у него просто пиздец, а не команда. Хотя... Чё? 11 тысяч урона от Эко. Чего, блять? А что меня так станило у него? Ебать. У него это... Кайла Т3. А чё меня так станило? У меня команда в стане просто стояла. Ничего не танковала. Пизду. Пизду и нахуй, я собрал свою композицию, у меня ни с предметами, ни с персонажами не повезло. Чел, блядь, в 9 против меня попался. О, он ко мне сейчас пришел. Это который с Адваксанты? Ну, я не знаю, что у меня всю команду станило, блядь. Вот этот дурак на Джарване, там еще кто-то там прыгал, я не знаю, просто пиздец. О, я чела на 9, будучи в 7. Убиваю. Обалдеть. Так это тень была, по-моему. Нет, я выпил чела. Ну, я не знаю, у меня тут композиция на топ-4 точно. Только вот дебил. Хотя мне вот этот велка с этим предметиком нужен. Да, мне этот предметик, чел. Найс. Короче, все случилось, как я хотел в этой катке. Прям по кайфу. Рогов хотел. А угу на рогов. Не, у меня вот эта хуйня, короче, где три вот эти штуки, они меня заруинили игру, блядь. Шуримы в итоге. Потому что у меня ауга на рерол была, а я не успевал покупать. Че у тебя Катерина без предметиков? Ищи предметики Катеринки. Так у меня чел. Вон Эко и Грейвс заряженный чел. И Катерину тоже надо, блядь. О, блядь, она у меня самый последний в Т3 опался. Ну, у тебя жесткая позиция, я из топ-1 занимал. Ну ты этот чел меня выбил. У которого ебаный Мордекайзер, блядь. Просто. Давай, брат! Хорош. Хорошая-ка. 6 душегубов. 3 макс. Е-май, джинкс. No джинкс. Эмблему на рогов на джинкс, короче. Я не могу Киану выставить. Ой, там барон. Надо от барона убежать. А, похавай вот этих. Стань их, блядь. Бля, Грейвза надо было тоже передвинуть. Хотя... О, подста... Всё, помогу просто в 9-й. Передолить потихоньку. Пить просто деньги, мне ролять даже незачем. Ой, аж сказал. Так, теперь... Это продаем. Две
17. Ну нахуй мне это Ника сейчас. Я хочу. И тебе предметы на. Вот это там сейчас, если чел Т3 эпика наролит, Т3 легендарку, кто-то из них, конец. А, я один в один остался. Ой, Атрокс убьет сейчас. Эка. Кто посильней? Ой! Хорошая эка. Это Т2 Атрокс. Эмоцию спайм. Ауга классная выпала. Чисто, как говорится, ауга зарешала. Как на английском называется? На крит.